центр карты. Да просто вы видите очень сильно, я устал от этого. Я так устал. Но я не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Но все равно, но все говно. Желаю счастья. Нам не зачем больше встречать. Так. А, еще радиус увеличивается. Так, ребят, так, вы... Интервал. Понятно. Creep damage penalty. Penalty. Блин, я что-то так смотрю на свою команду и думаю, какого хуя? Пошел ты в жопу, блядь, сука. Он идеально, у нас пятый пик, Фурион и без Кура играть. То есть, ну, Фурион? Ну, если Фурион будет таскать нам артефакты, тогда почему бы нет? Не, я думаю, сразу в вражеский лес пойти, а то БХ что-то меня доебет, наверное. Ну, да. Блин, вот проблема в том, что на первом уровне ни один скилл не поюзать у этого героя. В целом, я, наверное, вот так вот делаю сразу. Команду ёпру, блядь. И бегу на базу и стою там, потому что там меня никто не убьет. Детонатор. И нахуй паузу. А там тоже такой фановый пик, ребят. Баунти Хантер, Тайт Хантер, Джаггер, Рубик. Ох, пизда на шиши. И земляная панда сверху. О, нет, я репикал на Шторм Спирита. Ну и заебись. Где лучше? Шторм Спирит — это по мою душу, да, пошел. Реген на топе лежит. Оставь его, я воспользуюсь им. Оставь его. Ты умеешь линию отпушить? Нет. Панда, блядь. И трубник. Что, Дрюс, а почему у тебя никого нет? Если фаш, значит где-то все толпы выйдут. Потому что он репикнул на шторма, и сейчас выехал вниз. Я сейчас обойду, мы его выбьем. Если мы его не выбьем, то я выебу тебя. Сука. Нет, да ладно. Уе. Блядь, ну ты вообще беспалево. Ага. Пойдет. Че, выбили? Ну приезжай, давай, блядь! Что ты хочешь делать? Выебать тебя, блядь, я за регеном. Давай, Игорёк. Ага, у нас уже все нормально началось, да? Да, не было мисса Тайда и... Всё. Ребят, вы просто не пишете... Команда дно. Команда реально дно. Братан, надо его разъебать, я обойду за вышкой сейчас, скорее всего. Давай, он не ожидает, точно. Нет, я за вышкой не обойду, слышишь? Там крипов мало. Да, у нас еще гангеры не очень. Хотя, смотри, там крипы, если сейчас подойдут. Я сейчас обойду за вышкой, мне похуй. Затанкуешь? У меня мисс Рубик и Тайд. Я, конечно, затанкую, Игорь. Андрей, гол! Никого волнует. Останови его на месте. Мисс Рубик, давай. Ре. Хороший, Игорек. Изи, блядь. Изи катка, получил, согласен. Получил, все. Не, все правильно. Вопрос закрыт. Ты попросил втанковать, я втанковал. Мне что, жалко, что ли? Жалко пчелки. Жалко пчелки, да. Там это шел в инвиз БХ куда-то, все вернулся. Слышь, ты сейчас линию отпушим, мы его опять выебим. Я отпушу, да. Не, вот ебать, это хорошая идея. Тебе шторм еще идет. А давай шторма выебим, я иду к нему. Он ко мне к нему. Иллюзии, блять, это мое. Стой! Блять, иллюзии не мои. Слышь, шторма надо уебать, иначе мне пизда. Мне в любом случае пизда, но шторма надо уебать. Into the bridge! Бля, отбивался как мог, уебешь его? Или тебе пизда? Стики не забудь. Да, Игорь. Так, вот здесь пауза. Так. Короче, Игорек. А можешь выйти на секундочку налево? Игорек, можешь ты сейчас похилять меня? Можешь ты на секундочку выйти, Игорек? Блять, хуй знает. Я вот о том же. Да, я могу выйти, тебя похилять. Ну, мне кажется, он за тобой что-то не идет. Не знаю, я думаю, что сейчас выйдет, просто значит меня типа купил арбуфен, а не просто так. Ну да. Ну я уже все, ухожу. Прости, что я бегу на тебя. Ну я уже в другой части леса. Кто-нибудь еще придет, Мит? О, фулл хп вышел. Андрей, шрапнули, с него хорошо работает. Игорь, я ТП-шечку жду, все в порядке. Если факт, что не очень хорошо. Игорь, приходи, убьем шторма. Как мы умеем. Иду, иду. Хорошо, но недостаточно. Ребят, есть мнение, что тебе нужен центр. Ребят, на низу халява. Есть мнение, но я думаю, что мне его никто не купит, а у меня на него денег нету. Ребят, на низу приходите. Я сейчас обойду его, ему пизда. Давай, Игорёк. Лол, тайт настоящий, ему пизда. Или настоящий. Я пройду мимо него, типа, на топ. Ага. Бью его. Бью его дальше на топ.
Заебись. А нет, не надо, оп. Я отвернусь. Игорь, он в ботинком пятый, я третий. Братан, чего? Не, ничего, я просто инфу даю. Я пока не могу, он увидит меня. Это меня. Что БХ идет. Отводы. Может, мы его потрахаем? Давай. Ты с ним будешь биться? Потрахушки. Блять. Я руну, типа, жду такой. Тихо, подожди, тут что-то было. Что тут было? Мне казалось. Хватай. Хватай, беги! Хорошо, Игорь. Секундочку скрой. Один момент. Все, я себе тоже взял. Так, что там, шторм шестой есть? Нет, пятый пока еще. Ну ничего страшного, я же четвертый уже. Танго надо? Давай. Игорь, смотри, как крипов отвел. Умеешь так? Ты о чем? Да, я так, иду в мид. Панюсь. В мид идешь? Продамажить как-нибудь. Ага. Я походу продамажить, да? Давай тайд, наверное. Давай я просто пойду отсюда. Главное, чтобы не нахуй. Ну, блядь, убейшь ты его нахуй! Ну, как я его убью, блядь? Если бы ты его пиздил, ты бы его убил, отвечаю. Блядь, если бы ты тайда пиздил? Блядь, если бы я его пиздил, он бы не пошел даже с тобой. Я хотел уебать тайда. Не, ну правильно, нахуй надо, чтобы я выжил. С тобой все кончено. Вон, покачайтесь там на моей линии, правильно, правильно. Внизу как там? Хуёво, походу. Нормально. Да нихуёво, просто бой напрягает, я ничего с ним не могу сделать. А вы там фидите на миге везде, короче. Фидите, что правильно. На миге фидим. На мигеле. Будет банк, сейчас ПТХа будет. Смотри. Бля, Игорь, такой охуительный суппорт, ребят. Это 100% инфа? Это один из лучших суппортов вообще в доте. В мире? На данный момент. На данный момент, все спят. Видимо, в данный момент все спят, или... И что-то случилось. Я даже урону за человеку снизу. Игорь, ну ты ведь охуительный суппорт. Да. У меня Рубик ушел. И где руна? Ты возьмешь руну? В топе? Ну все, я пошел. А курицу апните, гайс? У меня денег нет. Ну это... А, ну вот. Чё, живёшь? Нет. Нет. Иду. Игорь, ну я один хуй не живу на самом деле. Блядь, я сделал все, что смог. Да я понял тебя. Ну, варды поставить это тоже нахуй надо. Там стоит парень, ждет курицу. Блять. Так, а чё на топы чё? Убьём БХ какого-то, может? Нет, меня только что пришёл тайт убили, и я думаю, они свалят. Так, я 6 уровень, готов выходить куда-то. На низу. Где фрифраги, рассказывайте, гайс. Снайпер в ганге? Ну, я не могу сказать, меня не будет поставил. Он один поставил, а не он выходит не стоит. Один кого, вард? Он поставил вард на ХГ. Понял. Я домой тогда пойду. Блять. Ну это да, так суппорты все делают. Типа не вот этот логик поставил, вард, сейчас обью, парни. Понял, я домой тогда пойду. Да я, у меня маны просто нет. На миду я слышал. Бля, почему он так недалеко уехал? На миду я слышал, что-то четверо. Да пойди на них. Бьем. Прям убьете? Нормальный Nexus саппорт. Вчера на линии по саппорту 18-1. Игорь, хороший ты саппорт, оказывается, смотри. Видимо, дело в тебе. 18-1 по саппортил. Нормально. Клево. Эй, так, будут четвером бегать? Почему бы нет? А шторма? А шторма я сейчас настигну, нахуеет. Или он с руной идет, и она там есть. Блять, подожди. Еще и реген, само собой.
Моя пизда, походу, слышишь? Мне похуй. Че ты такой грубый? Не, мне не пизда, тебе пизда, походу. Кому-то из вас попу я слышал. Когда снайпер наш портуется, да, все в порядке? Смотри, Кир, я вот там буду стоять. Смотри, все крайне печально. Вот. В плане, я сюда приду, и они идут сюда. Меня отсюда хайс, я очень мельно бегаю, я не могу быстро перемещаться по карте. Вот. Как наша курица, примерно. Она же не может быстро по карте перемещаться. Уёбок. Аааа! 5 хп осталось. Хорош! Я предлагаю на Рубика набежать. Напади, напади. На любого делаешь. Я же 320 бегаю. Напади, я замедлю. Что-то крипов нету. Игорь, давай! Блять, двойная тычка же. Двойная тычка. Все, курица побежала, а будет банк у меня. Примерно к 12 минуте принесет мне банк. Она на месте стоит. Она, блядь, там, если она бежит, немногим быстрее. Слышь, они что-то задумали, походу? Да похуям. А у нас тут слава. Ребят, я гангаю, поехали. Давай. Ты гангаешь? Уже, что ли? Он нахуй. Давай, Тайда. Давай! Он наш! Или Шторма. Шторма, дам стан! Не дам стан. Я это, ауешкой. Меня притянули. Бам-бам! Почему ты так медленно бежишь, блять? Потому что ран форест. Блять. Братан, вообще резкость, он охуеет. Видишь, я убежал и на развороте готов. Я ТП делаю, стоп, давай, сейчас будем. Кого? Только там Рубик идет. Набил бы вышку, теперь с нее получаешь эти стаки. Не, я пойду попытаюсь побить людей. Три игры до этого, блядь, 5 хп, и ты дело, сейчас типа не комиссия. А я бы не дотянул стычки в любом случае. Только станом. Так, это настоящий что, да? Что? Нет, не настоящий, он лишь взял. Настоящий. Они смог нажали, слышите? Интересно, я кровлю, я подожду. А, стычки настоящие. Так, ну детонатор зато тауэр забрал. Видишь, ты и сам справился, а я отвлек их в это время. Я мог. Ну, нормально. Получить это гораздо раньше и сханавив кучу маны. И ты бы в целом не умер. Я на топе готов гангать, готов. Мы с тобой идеальная пара. Давай. Кого? Бахали Джаггера? Нет, мы... Они оба хороши. Я сейчас говорю про отношения наши, а ты про убийство. Гол, баха. У тебя есть просвет? Нет. А он об этом не знает. Смотри, идем. Он же паникует, да? Он паникует, он понимает, что... Начал вертеться, наверное, да? Ну, короче, нет, на самом деле. Ему похуй, я слышал. Смотри, он выходит на меня, я сразу ему стан даю, я уже тыкую. Смотри! Читаю, блядь, как уёбка. И стики. И бежать! Не убежал. Я их жираю. Тебе пизда, походу, тоже. Так, мечай. Бьют тебя, хорошо. Виннер. Стики не забудь. Бля, мечай красава. Видел, как я? Да, я, ты да, чего? Да. Я на снайпере. Ты заскринил? А, слышишь, а да? Кто это сделал тогда? А, это Шач. Там уже ливнул один, все нормально. Боже, как? Что Шач-то творит, блядь? А что он творит? Он победку. Победу в дуэлях зарабатывает в команде нашей. Ах, тан-тан-тан. Тан. Сколько там, Игорь? 1-3. Ну смотрите, мало умер. Это хорошо для саппорта, ребят. Еще 2 ассиста, а ты. Вот один, учитесь, ты как на саппорте надо играть правильно у Игорька. Ну что, какой сегодня день недели? Сегодня понедельник. Понедельник, да. Огонь. Ну да, есть такой. Не пятница. Ну не пятница, это явно. А что? Ну, если пятница, надо рейдить идти, а если понедельник не надо. Андрей, давай рассмотрим ситуацию. У тебя команда в доте попалась. Один пикает Эмбер Спирита. Так. Потом снайпер идет в дело с Ларк. Сначала Николай. Снайпер с Ларк, и потом он уже добирает Эмбер Спирита. Потом Эмбер Спирита ты добираешь, да. Лоун, он хороший, ребят. И Легион Командер еще так. Подполировать этот пик. Не, ну я просто уже понял, что либо сейчас на саппорта садится, либо уже побыстрее пикнуть. Раздумывал между... Да-да. Там Фреоном. А чего мы ждем? Кто из нас самый анманер, ребят, отжимайте. Изич. Вообще, ну, мне надо блажать, потому что я нафидел на медиа, типа, ну, должен, ну, быть так... рейдж такой, я такой. Так, ну, Шач уже приобрел свои первые 10 дамага, скоро будет Лотар. Шач, пизды дашь им? Неа. Ну ладно. Ну, буду бегать и фидить на сентрях.
Это незаконно. Ох, Эмбер Спирит, Эмбер Спирит. Хороший он герой, если не пиздят тебя в миде. Ногами. Да, если бы на самом деле я стоял бы один на один штормом, блять, как же это было бы круто все-таки. Этого героя на меде, ну, тупо не убить просто. Штормом точно. Я бы фармил, купил бы себе ботов, купил бы себе ботинок. Просто проблема в том, что, наверное, 4 моих смерти были до 6 левела, потому что я не мог его взять по известным причинам. Я умирал, делал ТП, у меня откладывался ботл, откладывался кач, руны, соответственно, что я мы не ждем? Брал. Мы это, ну ёбки, лол. Я нашел одну руну и был к ней очень близок, примерно на РНЖ 300, но получил пизды там, потому что была ночь. В общем, хорошая игра, мне нравится. Some information. Das. Блин, я das должен был написать. Ты не должен писать coming. Да? А разве... Я просто в фильмах видел, как coming пишут. И делают. Может быть, вот так вот тогда пишут? Возможно. А это большая разница? Да. Я не знаю, ребята. Ага. Ладно, я не буду переписывать. Не по-мужски. Без вангварда тяжко. Ну, здесь, к сожалению, уже вангвард проблемы не решил. Я на самом деле думаю, что он и в той игре не решал проблему. Но это сугубо мое мнение, тебе не высрать. Ты можешь щиток капнуть до этого? Для Бурмана щита. Вол, а у меня же герой-агильщик, почему нет? Вот. Ну? Сэкономишь 2000. Все, слышите, я апаю. У меня как раз деньги есть. Все, спасибо. Чего? Да, спасибо, говорю. Опа, все, типа как я, бы вангвард есть, как я будто бы. Я привычки варды покупаю зачем-то. Андрей, делай это. Андрей. Делай это. Если пошел, то иди до конца, блядь. Вот как я. Или умри под вышкой. Вот второе мне больше нравится. Где она? Топер на инвиз я возьму. Иди ты нахер! А, ботл, ладно. У тебя уже ботл есть, я просто не знал. Тут, кстати, варды. Неожиданно. Давай мы выбьем его. Тут варды и... И чё? Ну, разбей. На ХГшке варды, по-моему. Андрей. Да. Инвиз, привязать его. И в очко выебать. В очко согласен. Вы бухали, давай, делай. Видел, что он хотел? Надеюсь, ты умрёшь один. Ну вот этого убивать, бей его, просто бей его. Давай, дуэль. Не кидается. Блять. Пизда. Ебать, что он меня ебёт? Стандарт. А-а-а. Ну. А чё, дуэль у тебя? Он зассал, блять, фу хп, нахуй. А чё не бил-то никто шторма? Андрей зассал. Лол, задоджил. Вот, Андрей, давай. Есть фраг. Но это должно было под дуэлью быть. Лол, ебать, у меня голды как много было. Стало, точнее. Так собери фейзы, будь быстрым. Быть быстрым? Фейзы, да. Прессирок. А так всегда. Думаешь, блядский ВГ, я его никогда не соберу. Купил лопату. Уже куча денег. Какая лопата? У Дреда есть лопата. Это вот так вот называется. Да. 2-2-5 мидер. Так. Вот, арканы пойду куплю себе, ребят. Хотя, не покупай арканы! А может не арканы, действительно? Лол, надо Майлсторм сразу брать. По таймингу. Аллилуйя. Да пошел ты в жопу, слышь, просто ситуация такая. Если можешь собрать вангвард на пятый, почему бы его не сделать? А, ребят, заган. Потому что если мы собрать вангвард на пятый, на шестой, ты можешь купить Мьёльнир и уже идти убивать. Ну, давай, делай, грязь. Там все смотрят, Рубика давай, блядь, бэк, по пизда. А чего вы в Питеру в меде, блядь? Там же Тайтхантер, там же... Андрей, пизда. Андрей! Беги! Хэш, никогда не бежал, я останусь здесь. Блять, ты все-таки умер, ебло. Да хули вы не убили? Я не понимаю, у меня ульта просто, блять, не юзалась какого-то хуя. После этих Shadowblade. Да, он без ульта. Что сделаю своей ультой?
Опа! Убиваем, убиваем! Ебать там дэмджа в него. Джаггер, вошло. Это БХ! А, ну в принципе так, тут все, так. Джаггер и БХ и... Блин, а мечает такой плотный уже малый. Мы разменялись. Я снизу пойду размениваться. Мне тут больше нравится. А я на миде позащищаю территорию. Вот это вот сюда. Вот это вот так. Вот так, вот так. Андрей, может у нас просто несовместимость, и мне тоже топорик надо взять? Скорее всего. А ты не взял что-то раньше? Топориковая несовместимость? Да. Совместимость взглядов, убеждений. Так, тульта у меня скоро откатится. Будет заряд еще один. А кого мы можем загангать? Джаггера. Джаггера? Здесь есть 120 процветов. Ребята, шторм с Арчидом. Так, он может брать меня. Кто стоял с ним? А ты боишься? Нет. Го, слышно, пойдем. Чаще. А на кого из них? У меня Лотар едет. Любого. Вы Лотар, по-моему? Я DPS мне надо ношу. То есть ты любого справляешь, мы его убиваем быстро. Я могу даже сейчас замедлить его. Давай. Я мид подхожу. Нихуя там Сарк серьезно настроен. Ну, потому что я мог его убить, если бы помог мне. Не-не-не. Сырки вы. Ай-яй-яй, друзей позвал. Он в турне пошел, слышишь? Мы его сейчас примем. Ну, та сотка. Братан. Я его, короче, гоню. В Лотаре он покрутился уже здесь. Вот, вот. Свап и стан. Умеешь? Спасибо за инфу. Изи. Блять. Я готов рубить. Он мой, мне плохо. Ой, этого Джаггера, Джаггер. Рауль, ты сюда. Я бегу. Огонь. Блять. Ну надо было дуэ... За мной БХ! Помогите! Мамоёбки! Помогите! Мамоёбки! А есть просвет... А, ты же, блять... Конечно, блядь. Есть. Какие просветки, блять. Че, чем сейчас надо скоординироваться и бегать вдвоём, килыч их делать? Не смотри... Не, ну гайс, так-то у меня уже 20 урона бонусных. Ну. Еще 30 от Лотара и уже это... Сейчас мы еще скоординируемся все вместе и все. И все. Тем временем вот так вот уже. Вам не хуйня какая-нибудь. Интересно, где БХ? Ну, он бежал в топ. Интересно. Например. А ты сейчас свапнись и задоджи. Задоджил. А просвет? А просвет? Гем? А гем? Вот, опа. Это 30 урона! Так, а теперь спасите гем, пожалуйста. Там, кстати, тайт. Так, я гем отдал, если вы не убьете их всех. Сларк забрал гем, нет? Нет, тайт. Не смотри по сторонам. Кто со штормом кач? Такой, как есть. Блять, Игорь со штормом кач. Че ты, Игорь, ты ебан сделался. Гай, проигрываем замесы, но войну-то мы не проигрываем, у меня уже 34 урона. Ну да, все идет своим чередом. И тут я такой резко на базу. Ремнант уже не стоит. Лол, а ремнант сдох каким-то образом. Он же кончается 47 секунд или сколько-то висит. Понятно. Плохо, когда висит и не стоит. Все понятно. 35 секунд, наверное. Ну, я не в курсах, сколько секунд, но... Давайте, просто делаем... Совсем кончается. Делаем грязь-то. Слышишь, наш. Ну, блядь, ну, наш. А свапнуть? И что дальше? И все. Давай, дуэль. Хера, ну, давай, дуэль же! Снесем вышку. Я инвиз возьму сначала. Ты чем? Ты же не банк, что его возьмет шторм или кто-то другой? Блять, я по трекам, братан. Меня ебут. Ты умер. Я умер. Шторма 100 маны, ребят. Ясно. Ясно. Возьмем их? Подождите. Давай. Давай, сделай же что-нибудь. Просветку сделай. Сейчас сделаю. Ну, а где? Какой он тайдули? Чаще. У меня дуэли под откате. Ну, что, сушки, не? Я ж типа иди. Не просто так дамеж набираешь, чтобы бить. Сайленс. Мне кажется, бля, это могли убить. Короче, я не понимаю, почему эти ссаные иллюзии иногда просто не выскакивают. Хуй я сейчас знает. Буду делать ТП, может быть разъебать кого-то. Мне надо откат Лотара подождать. Ребят, я все сделал. Вы просили. Да. Надо что-то сделать. Ага. Свап подарил? Нет, стан. Да не страшно. Блять, почти взяли его. Так я под треком, под гемом. Я могу. Дуэль, Баунти Хантер, единственный шанс твой! Воу, как они. А, там гем. Ну, они как-то. А, нет, слышь, не единственный шанс твой. Дуэль на прощение кинь тайду, чтобы он. А, ну до урона, да? Да. Ну да. Подмыл. Вымыл тебя.
А у Шача, по-моему, все не так плохо, да? 4-4. Было до этого момента все не так плохо. Да. То есть ты пытался выиграть нам игру, а мы у ёбки слили ее. Ну, вообще получается так, я с этим спорить не буду. Короче, Юзи сразу вот поставлю на всякий случай. Бам! Ты видел, какой он резкий, как пуля? И он без сайленса сейчас. А ты с сайленсом? Нет, я сейчас хитрый. Это убеда. Я подсветил и все сделал правильно. Блять, как же больно. Как царь. Видел, как мы с тобой? Разъем, расстреливай всех. Так оформлено все четко. Блять, тут даже Андрей подключился. А блядь, то, блядь, просто... всех нахуй сюда, блядь! Привет, спиритуал. Ну, ребята, по голове, по голове! На, блядь! Какой камбэк-то в лицо! Вот столько! Столько денег, блядь, заработал! Ты же больше, чем соло. Жалко, я это из таверны увидел. Получается. Так давайте снесем за вот такие уши. Давайте. Значит, кого-то найду, они хуеют. Нет, не найду, они не хотят. А Тайт не умер, нет? Тайт? Умер. Я не убивал. Забрали гем? Нет. Не, по-моему, умирал. Кто убил Тайда? То он не умирал. Вон, Друбик, Спирит, Баунти Хантер, Джиггернаут. Сбоку, по краешку ушел. По краешку? По кончику? Блять, вы заебали. Что такое? Вот теперь, наверное, криты надо собирать уже, правильно, ребят? Вангуард. Почему никто не хочет снизу пофармить? Игорь, ты смешной, да, очень? В смысле? Я тебе помогаю вообще-то. Вангуард, говоришь, шутишь типа в лицо мне, да? Да. Петух. Я сейчас опять почему потом называть тебя толстым. У вас какой-то холодок, что ли, между. Да, может быть, может быть. Я короче, я шторма буду с одного крита килл. Короче, у меня есть смокинг. Мы можем в пятером сделать это. Смокинг. Пятером один смокинг слишком жирный, я считаю. А вот троих, двоих достаточно будет. Так. Нашел Джаггера? С Лотаром. Сейчас у меня украдут дуэль. Мне кажется, от тебя нашли. Блять, это тройная дуэль. Там что-то происходило непонятное, но я вышел из дуэли и... вышел сухим брат. Вышел из дуэли. Найдем их, может, кто идет? Вас сейчас сами найдут. Ебаш, ебаш, Тайда, ебаш. Он уже не уходит. БХ, просветка есть. Что там, я и дружу с ним в запасном расстоянии. Ой, хорош. Гем, взял? Да, взял. Этого тоже давай, гол. У меня ХП нужно восстановить. В смысле? До конца гейм. Вам сейчас шторм придет. И еще Джиггернаут. О, давай. Гем у меня. Ты продал гем? Я не продал. Сколько? Там гем, кстати, лежит еще. Иди возьми гем. Я что-то не хочу. Смотри. Я все грамотно сделал, я считаю. Ты был великолепен. Только мне нужно было тебе еще отдать гем. Да. Но ты, к сожалению... И крикнуть, брось меня и беги. А Джаггер-то не атакует. .122 крит по крипу. Нормально. Вот, вот, пошел кач. Стики апнул, брасер купил, ТП купил, все, заебись. Пошла масть. Пошла масть. Опа! Вот с этим можно будет реально повоевать даже. Что ж ты фраера сдал назад? А что, не, у нас рейд никакой не намечается? Да. Рейд нарочно, может быть? Можем. Можем. Нормальная идея. Я вам даже буду говорить, где есть, а где нету. Нету. Есть. Тут. Жарко, холодно. Ребята. Рубик почти с форстафом. И везде, короче, варды, ребята, обложили. Демоны. Андрей, вот это... Опа, опа, опа. Руна рошена, это Space Created. Давайте, давайте, Space Created, поехали. Ну быстро, быстро, я отпушиваю, там борды вас запалили, но я делаю вид, что как бы... Это похуй на борды. Вы не нарочно, а вы как бы дебилы и закупаетесь в магазине слишком долго.
действительно долго скупаемся. Секрет. Тайд уже здесь, кстати, и он с даггером. Ребята! Кого это бегу? Выбьем его, не? Выбить их всех! Блять, тут еще Рубик. Как там? Ебать, тут ЧБХ. Не, я ебать не буду. Меня ультанул Джаггер, мне пизда. Так. Мне кажется, вот, зря я взял. Вот это дуэль. Так. Это best duel you ever seen my life. Там кого-то не хватило. Почему у меня репорты вчера кончились? Потому что ты слишком неустойчивый. Возможно. Не, просто кто же знал, что ты сегодня стримить будешь? Да. 2-3-2, крит, ребят. Репорты, а что мы можем в этой ситуации делать? Не фидить, да? Как бы отвечают нам зрители, но это не вариант. Кто не фидит, тот не ест шампанское. Не ест, именно не ест. Так, попробуй еще раз то, что тут раз. Я еще возьму смокинг, в этот раз он должен нам помочь. В прошлый раз он мне помог спастись. Гол? Может быть, там не шторм взял этот? Кого? Эгиду бессмертия. Смотри по сторонам. Оставайся такой, как есть. Братан, давай вместе. Оставайся за собой. Вы же помните, что... Освещай твои глаза. Блядь, вернись. Да. Ну, как бы это не рейс красивый, нет? Какая-то Пушкарёва. Я же смотрел. Я тоже смотрел. Все серии. Она типа после того, как превратилась, ну, такая... Лучше не стала. Нет, скажем так, ну хуже не стало. Потому что некуда. Ну, нет, было куда. Не знаю. Вообще Тавр сухой там, 100 хп. Да, типа профессионал этот. Я тут кого-то гримировали подругу. Он вот тут был. Это был Баунти Гинтер. Ну, и... Он БХ сторож... Ой, не ДС сторожит. Ага. Нет, забрал. Все, уходим отсюда. Вышку гол сломаем по фасту? Да, давай, давай, давай. Давайте, парни, ломайте. У меня же огромный длинный меч. Пусти его в дело. Изи. Давай только рядом держаться, а то это... Я чё, плохое чувство у меня какое-то. А, шторм, блядь, лох ебаный. Письку будешь? Марсел Кевич плохо кончил, Дрюс. А он еще не кончил. Его проблемы. Он сейчас на кубе отдыхает, ему хорошо. А город ебём, смотри, там Тед как раз сзади стоит, с Мекой. Он вообще наш клиент. А, я слышал, что ты уже никто, и звать тебе никто. Я уже никто. Дэмэдж, дэмэдж пошел! Я это вношу, да, ты слышал хоть что-то о DPI-се? Вот это я. Да, я БХ видел. С ДДшечки разбивает мне лицо. Я выиграл дуэль! Ну потому что я тебе помог. Без меня ты никто. Угу. Ебать, как он много прыгает. Я выиграл дуэль, даже не кинув дуэль. Ну, а ты выиграл. Давайте подведем итог. 3-13, я хард стоял, моя отмазка. 2-11-9, это саппорт, ему можно. Давайте подведем итог. Снайпер, Сарк, потом Эмбер в мид идет. Потом, ну вы понимаете. С топориком. Ребят, игра-то не закончилась еще. Мы проиграли битву, но войну-то еще не проиграли. Зачем мы подводим итоги сейчас? Действительно. Надо подвести промежную. Ну блин, типа будете записывать же обращение заранее. Я из чатика, смотри, шутка какую. Игорь, ты хуй нюхал? У тебя на меде мы вместе нюхали. Такую шутку испоганил. Стойте, 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 остановитесь. Идем. Гайс, гайс, у меня большой крит есть уже. Большой? Ну стоп, смотри в топе. А насколько большой? Ну такой хороший. Ему пизда, ему пизда. Слышь? У него эгида. А почему вы выйдете-то? Слушайте, ребят, нам походу пизда. Митяй, так мы с тобой критуем нормально. Да, но мы их можем убить. Спасайте меня. А, правда. Блять, я сделал все, что смог. Тэп аут. Почти. Не знаю, вы такие... Гайс, какие 5... шансы у нас на победу? 0.53. И все это в процентах. Целый мир по сторонам расплывается с тобой. Как все. Митя, а point booster это для плотности? Для скади, просто? Скади, скади. Все, найс. Это дама в кимоно. Я сомневаюсь, что там было ровно 1400 хп. Потому что отсасываем мы знатно. Блядь. Блядь.
чё? Ну всё. Делай минус 5. Легко. 15 зарядов. Сейчас сделаем, ребят. С чем там, с рапирой, говоришь, минрейт большой? Да. Всё. В квикбай поставил. Так, у шторма гейм. Гейм. Так давайте убьем шторма, лол. Вот видите шторм? Ну дуэль. Бери его, лол. Вызывай его. Бери его, закукай. Сюда иди. Ну, нихуя он ебло. Ой, ты что, ты просто спустился с небес на небо. Блять, меня тоже достало. Дуэль не удалась, я так понял. О, удалась. 14. Я 11 получил. Бей, ебашь его, ебашь. Хорошо, и гем. Гем, блядь! Фаб, подставь, подставь его, Тайда. Помоги, гем надо спасти. Сори, уебок. Ради я тебя найду. Блядь, это на команду. Попал. И этого давай возьмем. Зато с гемом все видно. Ну. Так это одна сторона всего, парни. Сторона-то всего одна? Сейчас мы этот, блудстоунов позбиваем этому уебку. Ребят, кстати, а Джаггер с обоссалом? Как выиграть доту? Хуй его знает. Короче, рассказываю. Когда видишь двух керри-героев в своей команде, ты не берешь четвертого. Тоже прям. Что-то есть. Так, как во все. Игорь как? Который обратился. Игрок в основном керри, он знает, о чем речь. Опа! Ой! Еще один гем. Это тоже. Это все тот же. Барабаны, поехали. Вот здесь враг. Он улетел. Андрей, ты как? Ебать. Он додумался открутиться вместо того, чтобы бить тебя. 700. Закрывайте снайпера, он расстреливает их. Косарь. Я под треком. Я вроде его скинул, но все равно под треком. Пойнт-бустер подгоним, изготовка. Подожди. Нет, под сканя. Кому-то сдашь, нет? Сдашь кому-то? Ну что, да. Я бегу, я бегу. Ну, ребят, о. Где враги? Почему они боятся? Когда вот, мы... смотри. Небо, я обращаюсь к тебе. А этих тоже тайд разъебать, алё. Давай, давай, давай. Я их цепляю. Давай, делай, делай, делай. Ребят, это грязь. Цепляй его. Цепляй за грязь его. Вот этого Рубика. Блять, он чё мутит? Ну, стан. Ну, хорош. Блять, это Игорь. Блять, он ищет лёгких путей. 50 золота. Мои. Ну твои. Как мы их, а? И так будет с каждым. Всегда. Так, ну блин, рапира или второй доебалус, гайс? Мне кажется, рапира. Или второй доебалус, гайс. Делай батл фури. Прям сейчас? Ну да. Мне кажется, это не лучшая идея. В нем же суть, что он не фармит с ней, а в том, что он убивает врагов круто очень. В смысле? Ну так, со второго скилла по всем Battle Fury сплэшем бьет. Ну давай попробую, ну. Сейчас сделаем. Шач. Ты чего думал, я не сделаю, что ли? Так а ты что думаешь, я тебе это говна посоветую? Говна ты мне нет, не советуешь. Ну вот оно. Вот у меня этим билд заебись, я считаю. Такой должен быть у всех. В данных играх. А урон тогда как делать? А нахуй урон. О, слышите, она с Башером Сларк. Гоу, напиздим его. Давай, он, давай, типа, забайте, думает, главное, качественно. Он типа думает, что я, короче, хер с горы, а я не хер с горы, и забайтил качественно. А Дрёс в это время как бы что-то челемяк. Я боюсь, что это, ну вот. Ага. У вас сработанная стратегия, не идите. Такие дуэли ему. Блять, спасите меня, ну что-нибудь сделайте. Дайте хотя бы репорт. Этот суппорт ебаный. Хотя бы репорт дайте ему. Вот, я тебя угощу пивом, дай ему репорт. Изи, за пиво, как да. Говорится, я колым. Как называй, когда дату и типа какое пиво. Пожаловаться и кто? Анархист? А? Вот нет, который вот Вежи Фу Спирит. Напиши, что он. Ну, анархист. Баба ненавистник, например. Таксист. Поэтому он свапает Дрюса вместо того, чтобы сломать Рубик и сбить ему телепорт. Че, таксист? Ну, пожаловался. И таксидермист сверху. Таксидермист обязательно. Это очень важно. О, курицу видел, ребят. Давай, дуэль, кинь. Дуэль, курица, давай.
Ну ты чё? Ну. Нормально. И дальше. И шляпка. Короче, такая. Слышите, они отрезаны здесь. Я Давай. Сзади их закрываю, ребят. Давайте бутербродиком. Мне рот закрыли чем-то. А! Сколько он мне дал? По-моему, это хуй, нет? С это одного удара 765. Я бы бежал, он другу галактику. Дуэль же кидай! Ну дуэль, ну какой нафиг дуэль? Подуэлься с кем-нибудь уже. Ты гем продал. Да ничего страшного. Ребята, а кто качество с штормом? Он как бы какой-то... Да Nexus качество с штормом заебали. Он какой-то слишком перебор. Короче, я не знаю, по-моему, вот, лично у меня на стриме против Bounty Hunter винрейт процентов 10, наверное. Не надо. На базе уже свинья дохлая валяется. Они даже свинью убили. И действительно, свинья дохлая. Ну не пошло. Бля, сейчас я Рубика въебу. Просто... Свапай. И что дальше? И все, и Колым, сам понимаешь. Колым. Хорошо. Как бы, я за тебя Колым отдам. А почему они тебя в ульте убили? Ну, потому что они могут. Ребята, иду! Блять, не вовремя выкупился. Ебать, видели, сколько вижу нас на базе было? Ну, это правильно. И как бы все горят. Вот, кстати, если ты смотришь, я поставил 44 варда за игру. Да. Вот такие вот саппорты.